Вечером 31 июля в северных регионах частично признанной Республики Косово раздались сигналы воздушной тревоги. По данным местных СМИ, в районе пограничного пункта в городе Косовско-Митровица были замечены вооруженные автоматами косовские силовики в полном боевом обмундировании. Сербы приступили к возведению баррикад в городах Рудари и Зубча, надеясь переградить путь албанскому спецназу. По словам президента Сербии Александра Вучича, албанские вооруженные формирования планировали в полночь начать силовую операцию на севере республики. Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как автономный край Косово и Метохия. В 2008 году Республика Косово, имевшая на тот момент статус автономного региона в составе Сербии, объявила о независимости. Суверенитет Косово признали 22 из 27 стран Евросоюза, а также США и Великобритания. В то же время, согласно Конституции Сербии, Косово все еще является ее частью. Кроме того, Косово по-прежнему не вступило в ООН из-за вето Китая и России. Хотя регулярные военные действия на территории Косово не ведутся, Белград и Приштина все еще не достигли мирного соглашения. Это в том числе препятствует их вступлению в Евросоюз. Сербия уже обладает формальным статусом кандидата на вступление в ЕС, Косово же находится в перечне потенциальных кандидатов. Следует отметить, что прежде правительством Косово было объявлено, что на подконтрольной ему территории с 1 августа перестанут действовать сербские документы. А сербам для посещения Косово будут выдавать временную справку на срок до 90 дней. Именно на фоне принятия этого решения обострилась ситуация на севере региона. Люди начали строить баррикады, были слышны звуки выстрелов. Президент Сербии Вучич прибыл ночью в Генштаб, а контингент НАТО в Косово был приведен в боевую готовность. Ближе к утру власти Косово объявили, что откладывает введение запрета на сербские документы и автомобильные номера с 1 августа на 1 сентября. Напомним, что Азербайджан признает территориальную целостность Сербии с Косово в составе государства.